Всем хорошего дня. В кино почти все мои героини не умеют готовить. А в реальности я люблю готовить для своей семьи. Девиз моей кухни – все должно быть вкусно и полезно. Сегодня расскажу, как приготовить легкий обед. Для этого нам понадобятся листья салата и куриная грудка. Все очень просто. Я знаю секрет, как сделать полезную грудку сочной. Предварительно надо вымочить ее в холодной соленой воде. Где-то минут 20. Для этого нам понадобится 0,5 литра воды и 2 чайные ложки соли. Кстати, в одной куриной грудке содержится 40 грамм белка и всего лишь 3 грамма жира. Поэтому это легкий и диетический продукт. Ну что ж, время прошло. Просушиваем мясо на салфетке и на сковородку. Обжариваем на сильном огне примерно 5 минут. Убавляем огонь. Добавляем масло, чеснок. И обжариваем нашу курочку в этом душистом масле. Все. Вкусно, быстро, полезно. Мой кот тоже любит курочку. Тем более белок ему необходим, чтобы быть энергичным и счастливым. Я выбираю для него питание Nature's Table. Как аппетитно выглядит. Nature's Table содержит натуральные ингредиенты – курицу, овощи, подсолнечное масло, а также все, что нужно кошке для правильного питания – витамины и минералы. В нем есть все питательные вещества, необходимые для бодрости и красоты моего тигра. А как ему вкусно! Я уверена, что основа здорового образа жизни – полезное и сбалансированное питание. И для наших питомцев тоже. Поэтому я выбираю Nature's Table. Это питание для кошек и собак на основе натуральных ингредиентов. Для самых любимых. Nature's Table. Натурально и полезно.